Более 220 случаев мошенничества с начала ноября. Об этом сообщает региональное управление МВД. Все преступления совершены с использованием информационных технологий. При этом за ноябрь число таких случаев превысило 160. Сумма ущерба составила более 26 миллионов рублей. А с начала декабря владимирцев уже успели обмануть 65 раз. Жертвами преступников становятся граждане разного возраста. Так, в Ковровском районе 68-летняя местная жительница в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной, представившимся врачом-иностранцем. Он якобы планировал переезд в Ковров, чтобы открыть свою клинику. Деньги на дорогу попросил у потерпевшей. За несколько недель женщина перевела ему 272 тысячи рублей. В полицию обратилась ее дочь. А в Владимире от действий лжесотрудников банка пострадал 57-летний житель. Он перевел мошенникам 1 миллион рублей, чтобы уберечь их от списания по кредиту, взятого на имя пострадавшего другими злоумышленниками. Пользуйтесь проверенными интернет-ресурсами, не переходите по незнакомым ссылкам, там, да, минимизируйте, так скажем, мое пожелание, по непроверенным там, интернет-сайтам, операции какие-то. Потому что именно таких тоже мошенничеств достаточно много, продолжает у нас совершаться, где заказывают товар через интернет, а в итоге ни товара, ни денег.